Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Сегодня мы вместе с вами отправляемся в традиционную корейскую деревню. Это достопримечательность местная и по совместительству населенный пункт. Посмотрим, что там есть интересного. Побродим, поглазеем, все сниму, все покажу, все расскажу. В такую жару и в маске. Ну что ж поделать, очень строгий здесь масочный режим. Пойдемте. Все привет. Итак, мы пришли на автобусную остановку и ждем наш автобус. Уже должен быть номер 79. Но почему-то нет, где-то он задерживается. Итак, мы вышли. Перед нами магазин Какао Френд. Самый популярный мессенджер в Корее – это Какао Ток. И это всем известные герои. Цены достаточно приемлемые в этом магазинчике. Традиционные корейские заколки для волос. Я думаю, все, кто смотрел корейские дорамы, видели в исторических дорамах у главных героинь в волосах и не только. Вот такая вот прелесть всегда красовалась. Мне было интересно, где это брали. Где это можно купить сейчас. Вот до приезда в Корею я не знала, где можно купить. Ну вот теперь здесь выбор есть. Маски. Мини-ханбоки. Ханбок — это традиционный корейский наряд. Это брелочки в виде ханбоков. Кстати, симпатичные маски. Кажется, ткань такая легкая и дышащая. Был бы размер подходящий, я бы с удовольствием такую купила. Смотрите, какие красивые. На лето оптимально. Ну, я уже вижу, мне глаз наметан, что это не на мое лицо, не на мой размер. Сумочки. Так, ну что, мы не с пустыми руками выбрали вот такой вот веерочек. Самая подходящая штучка для жаркой погоды. Не спасает, но немножечко облегчает муки. Посмотрите на это измученное жарой лицо. A light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. Heavy breathing, stay insane.
inside this narrow maze. Нашли пенечек, сейчас немножко постоим и дальше пойдем. Сегодня весь день снимаю вслепую, потому что солнце просто слепит и не видно, что там в кадре вообще. Как и что вообще. Надеюсь, приду домой, хоть что-нибудь стоящее найду из всего того, что было отснято. Потому что обидно будет, если столько материала запорото будет из-за вот этого всего. Из-за слепящего солнца. Все, мне кажется, мозги сварились, ребята. Вы чувствуете? У меня какие-то спутанные мысли, спутанные слова. Все, мы пошли. Впереди девочки фоткаются в ханбоках. Здесь можно взять такой наряд на прокат за достаточно приемлемую цену. Это традиционный корейский наряд. И посниматься в нем, пофоткаться или просто погулять, вжиться, так сказать, в образ. Вон они за моей спиной стоят. Не знала, как их аккуратненько снять. Это традиционный корейский наряд. Здесь их на любой вкус и цвет, любых фасонов. Так, сейчас из нарядной части деревни, которая является просто достопримечательностью, чередой бесконечных магазинов, которые находятся внутри красивых домиков, мы перешли в такую реальную жилую часть. Видите, сушится бельишко, кудахчат петушки, попахивает навозиком. Хозяйство ведется очень активно. То есть тут прям живут люди. Прям живут. Не просто какая-то коммерция, торговля сплошная с сувенирами и всякие кафешки, а прям-таки живут люди. Здесь все у них устроено, обустроено очень, очень все миленькое. Я уже, честно говоря, устала, просто выдохлась. Автомат с кофе и водой и другими напитками. Удивительно, цена ниже, чем в магазине. Все по 500, практически все по 500. От 500, 800 до 1000. В магазине, ну, в среднем 1000 будет. А за кофе так и все 1200-1500. Очень недорого, кстати. Так, мы попили холодной водички, настроение улучшилось, мы взбодрились. И теперь покоряем вершину. Смотрите, сколько ступенек, сколько предстоит пройти. Ой, какой потрясающий вид открывается сверху. И это мы еще не на самую высшую точку поднялись. Вот он, секрет стройных спортивных ножек. Регулярные прогулки. И спорт никакой не нужен. Картина называется «Мы не ищем легких путей». Смотрите, какой спортивный. Рядом есть ступенечки, но он предпочел полностью подняться так в горочку, без всяких ступенечек. Так, ну что ж, я немножко по ступенькам поднимусь, а потом там заросли какие-то, придется обходить. Чей-то огород, кукуруза растет, что-то еще, перец, кажется.
батут. Батут? Да, кажется, это батут. Дальше карабкаемся вверх. Я уже, честно говоря, похожа на мочалку, на какую-то взмыленную. Ну, интересно, интересно. Давно мы не выбирались на такие длинные прогулки. С этими дождями было особо не разгуляться, конечно. Какие красивые цветочки, какая прелесть. Это тоже достаточно популярное среди туристов место, но, правда, туристов теперь нет. Оно отмечено во всех туристических справочниках, не справочниках, ну, в общем, на всех туристических сайтах оно обозначено, ну, на всех популярных сайтах. Майкл Джексон, посмотрите, у нас и другие знаменитости.